Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің солтүстік облысындағы көшпелі брифингіне қош келдіңіздер. Біздің Петропавл қаласындағы болуымыз кездейсоқ емес. Дәл бүгін осында Қызылжар Инвест 2014 халықаралық инвестициялық форум көрмесі өтеді. Добрый день, уважаемые коллеги. Служба центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан проводит свой выездной брифинг из севера Казахстанской области. И в Петропавловске мы сегодня не случайно. Именно здесь сегодня проводится работа Международного инвестиционного форума «Кызылжар Инвест 2014». Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев обозначил привлечение иностранных инвестиций одним из приоритетов новой экономической политики Нурлы Жол. Сегодня на форуме именно этому вопросу уделялось особое внимание. И поэтому мы сегодня пригласили акима Северо-Казахстанской области Ерика Хамзиновича Султанова, вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Альберта Павловича Рау, представителей иностранных компаний, инвесторов, управляющего директора компании Sampo Rosenew Михаила Кулика и управляющего директора компании Illusion Resources Виктора Хьюга. Прежде всего, хотел поблагодарить наших участников за участие в нашем брифинге и хотел бы задать вопрос Ерику Хамзиновичу. Ерик Хамзинович, наш президент в своем послании поставил задачу по строительству в регионах новых индустриальных зон. Естественно, для этого необходимо привлечение дополнительных инвестиций. Какая работа проводится в вашем регионе по привлечению отечественных и иностранных инвесторов? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 11 қарашадағы Қазақстан халқына арнаған «Нұрлы жол, болашаққа бастар жол» атты жолдауында индустриялық инфрақұрылымның дамуына ерекше көңіл бөлді. Президент тапсырмасын орындау мақсатында облыста қосымша инвестиция тарту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі өткізілген форумда шетелдік отандық компанияларға өңіріміздің инвестициялық мүмкіндігін көрсетіп, бизнесте жаңа әртестік байланыстар орнатудың бір жолы болды. Уважаемые журналисты, уважаемые гости, в своем послании народу Казахстана «Нурлы жол. Путь в будущее» президент Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил план инфраструктурного развития Республики Казахстан на 5 лет. Одной из важнейших задач главы государства стало развитие индустриальной инфраструктуры в регионах. Для выполнения этой задачи требуются значительные дополнительные инвестиции. В регионе ведется активная работа по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов. В область приглашены представители крупных международных компаний, дипломатические миссии для непосредственного изучения потенциала региона. В течение последних 6 месяцев в область прибывали делегации из разных стран и разных регионов, рассматривались возможности взаимовыгодного сотрудничества. Присутствие на нашем инвестиционном форуме представителей крупных иностранных компаний и зарубежных дипломатических миссий говорит о результативности проделанной нами большой работы. В целом форум дал возможность наглядно продемонстрировать возможности нашего региона и наиболее перспективными направлениями инвестирования в наш регион. В области хорошо развивается сегодня аграрный сектор, промышленность. Также у нас хорошо движется вперед торговля. Кроме этого, область является важным транспортным узлом, имеющим потенциал при минимальных инвестициях стать крупным торгово-логистическим центром. Значительные минерально-сырьевые запасы, обширный индустриальный потенциал и выгодное географическое положение – создают благоприятный климат для вложения инвестиций. Говоря об индустриальном потенциале региона, необходимо ответить проводимую в области большую работу по реализации государственной программы инновационно-индустриального развития. В первой пятилетке в области реализовано 29 проектов на 27,5 миллиарда тенге. При этом создано более 1000 рабочих мест. И инвестиции в основной капитал за этот период возросли двукратно.
Активно ведется работа по наполнению карты индустриализации уже второй пятилетки. Сегодня на рассмотрении более 70 проектов, по ним инвестиции составят больше 100 миллиардов тенге. Кроме этого, уже 35 рассмотрено, и треть из них, из новых проектов, будет введено в эксплуатацию в течение следующего года. Во исполнение поручения главы государства в регионе усилена работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Только по программе «Дорожная карта бизнеса 2020», благодаря этой программе «Дорожной карты», еще раз хотел бы отметить, реализовано более 500 проектов на сумму более 30 миллиардов тенге. Уважаемые журналисты, уверен, Международный инвестиционный форум «Алжир-2014» послужит мощным толчком для притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику нашего региона, позволит найти североказахстанцам новых партнеров, и, безусловно, будут реализованы новые проекты. Сегодня на форуме были высказаны интересные новые идеи. Мы рассчитываем, что эти идеи также будут успешно реализованы в нашем регионе. Только слаженная работа бизнеса и государства по всем актуальным направлениям позволит нам выполнить задачи, поставленные главой государства в своем послании Нурлы Жол «Путь в будущее». Спасибо. Спасибо всем за участие. Спасибо. Следующее слово я хотел передать Альберту Павловичу, и у меня тоже заготовлен для вас один вопрос. Альберт Павлович, вот мы знаем, что по линии правительства и в частности вашего министерства создана инфраструктура поддержки инвесторов. Не могли бы вы нам рассказать, как она работает? Добрый день. Ну, во-первых, я хотел бы от имени правительства, от нашего министерства отметить высокую организацию проводимого форума. И для нас очень важно, что приняли участие те компании, которые действительно, в которых сегодня действительно нуждается экономика, и в частности экономика Северо-Казахстанской области. Почему я так говорю? Потому что утвержденная уже программа второй пятилетки, и в ней определены не только приоритетные отрасли, но определены специализации наших регионов. То есть каждый регион, он дал свои предложения, и мы сегодня четко себе представляем, именно в какой отрасли и каких инвесторов направлять или взаимодействовать с каким регионом. Поэтому то, что сейчас Эрик Хамзинович сказал в части развития здесь и логистических возможностей, но для нас, как для Министерства индустрии, все-таки очень важно, это развитие машиностроительного комплекса, поскольку и в нефтегазовом машиностроении, и в машиностроении для горно-металлургического сектора в области имеются очень хорошие предпосылки, это имеющиеся предприятия, которые нужно модернизировать, нужно развивать и развивать именно через привлечение новых технологий. Поэтому на сегодняшний день в тесном взаимодействии мы работаем. Почему? Потому что в области создан центр поддержки инвесторов. И мы, наше министерство, наша акционерная компания «Казнекс Инвест» очень тесно взаимодействует. То есть мы привлекаем инвесторов и вместе с областью с ними работаем. Область делает все, что касается инфраструктуры, мы все, что касается дальнейшего развития, имеется в виду загрузки этих предприятий и так далее. Поэтому только в тесном взаимодействии центра, региона и бизнеса нам, что называется, гарантирован успех, на что мы, естественно, сегодня рассчитываем. Благодарю вас. Следующее слово я хотел передать нашим иностранным гостям, нашим непосредственным инвесторам. Мистер Виктор Хьюган, let me ask you a question. Why have you decided to come to Kazakhstan, considering the instability of global economy? How do you assess the investment potential of our country? Thank you. And спасибо. В первую очередь я хотел бы сказать то, что наша компания является достаточно привилегированной для того, чтобы участвовать в данном форуме. Наша компания является самым большим производителем циркония и титания в мире. Мы расположены в Австралии. Мы работаем также в Соединенных Штатах. Помимо этого, мы исследуем и производим разведочную работу по добыче подобного рода полезных ископаемых, в частности в Казахстане. У Казахстана есть большой потенциал по титану и по цирконию. Здесь мы таким образом находимся в самом начале нашей стадии работ. Таким образом, мы заинтересованы в этих минералах, и у нас есть стратегическое сотрудничество с Казгеологией. Ближайшие где-то 12 месяцев мы планируем вложить где-то
$1 800 000 на разведочные работы по поиску подобного рода полезных ископаемых. В конце концов, мы планируем добывать эти минералы в Северном Казахстане. Это является нашей целью. Спасибо вам большое. Господин Кулик, для вас аналогичный вопрос, почему вы пришли в Казахстан и как вы оцениваете инвестиционную привлекательность нашей страны на фоне нестабильности мировой экономики? Добрый день. Еще раз хочется поблагодарить организаторов форума за возможность принять участие, в том числе в этом брифинге. Что касается прихода в Казахстан, я думаю, что тема сельского хозяйства – это вечная тема. Да? То есть есть хорошие времена, есть плохие времена, а сельское хозяйство и хлеб на столе всегда остается. Поэтому я думаю, что давайте не будем делить периоды на хорошие и плохие, давайте лучше будем больше работать в этом направлении, создавать в том числе и самостоятельно какие-то новые реалии и возможности для того, чтобы проекты реализовывались. Нельзя все время говорить, что плохие времена, сейчас не время на дворе, можно забыть на несколько лет. Это совершенно неправильная структура построения бизнеса. Я думаю, что именно правильное направление – быть более активным и стараться, несмотря на все трудности, идти вперед. Благодарю вас. Уважаемые журналисты и участники форума, вы теперь можете задавать вопросы. Пожалуйста, первый вопрос. Поднимаем руки, желающие. Пожалуйста, передайте микрофон. Представьтесь, какое СМИ вы представляете. Здравствуйте, Ульяна Ашимова, муниципальный телерадиоканал. Мы тоже разделяем вашу уверенность в том, что сегодняшний форум даст большой импульс развитию экономики нашего региона и положит начало реализации многих проектов. Но вот сегодня у нас в области уже реализуется важный, крупный инвестиционный проект. Я веду речь о разработке месторождения в сельском районе, месторождения золота. Ярик Хамзинович, у меня к вам такой вопрос. Интересно, на какой стадии сейчас этот проект и как скоро в Северо-Казахстанской области уже золото непосредственно начнут добывать? Спасибо. Спасибо, Ульяна. Проект начался в июне месяце, но надо сказать, что этому предшествовала достаточно хорошая разведка. И вот за эти 4 месяца мы проект завершаем. Это новое горно-металлургическое предприятие для Северного Казахстана, первое. И добыча здесь предполагается золото. Инвестиции 1,5 миллиарда тенге уже практически завершены. 256 новых рабочих мест будет создано, и мы намерены в декабре после 10 до 16 уже отлить первый выход золота. Но это не слиток, это до аффинажа, и ежегодный оборот примерно предполагается 2 миллиарда тенге по этому предприятию. Я считаю, что предприятие будет успешным, и реализация его для нашей области имеет очень важное значение. Это одно из первых в нашем недропользовании. Мы располагаем богатыми недрами. Сегодня у нас есть разведанных 286 месторождений, по которым 230 еще не начаты в разработке. Поэтому сегодня вот на инвестиционном форуме ФСЗАР-214 очень подробно эти вопросы были рассмотрены на пленарном и на панельных сессиях. Я уверен, что интерес инвесторов к нашему недропользованию будет высоким, и это даст в ближайшее время большой рост нашей экономики. В том числе вот господин Хьюго, это австралийская крупная компания, которая является первым в мире по добыче и разработке месторождений титано-магниевых руд, и они намерены в ближайшие 2-3 года завершить полную разведку в Северном Казахстане. После заключительного отчета, скорее всего, мы примем решение, что начнется разработка самих руд. И, скорее всего, это займет 5-7 лет. Здесь будет тоже крупное производство. Инвестиции только этой компании в будущем оцениваются $500 миллионов. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день. Татьяна Кравченко, газета «Проспект СК». Мой вопрос адресован господину Виктору Хьюго. Нас интересует, работаете ли вы с другими регионами Казахстана, и если нет, то в чем привлекательность проведения геолого-разведочных работ именно в нашей области? Спасибо.
Mr. Hugo, please. We have three areas that we are три месторождения, по которым мы на данный момент проводим работу в сфере геологоразведки. Три данных месторождения связаны друг с другом, и на самом деле привлекательность месторождений, некоторые из них, особенно в титане и в цирконии, достаточно большие. Поэтому мы пытаемся найти более богатые месторождения циркония и титания в этих трех регионах. Спасибо вам большое. Представьтесь. Газета «Северный Казахстан», Марат Ермуканов. У меня вопрос господину Михаилу Кулику. Насколько нам известно, вот существует проект совместного производства комбайнов. Насколько хотелось бы услышать подробнее от вас об этом проекте и вообще о перспективе производства, совместного производства сельскохозяйственных машин. Спасибо, господин Кулик. Ну, что касается проекта, начну, наверное, с расписания проекта. Он стартует уже в начале следующего года, и мы планируем, что выпуск первых машин будет осуществлен, я думаю, во втором квартале следующего года. Что касается долгосрочной перспективы проекта, то тут цель изначально стоит сделать не только сборочное производство, а освоить многие моменты по локализации. И в перспективе у нас стоит доведение локализации даже до 60% уровня. Дело в том, что у нас есть аналогичный проект, который осуществляется сейчас с нашим оператором в Северной Африке. Вы понимаете, что условия по Африке гораздо более жесткие именно по реализации сельхозмашиностроения. И уже в вышеупомянутом проекте на данный момент локализовано порядка 60%. Поэтому я думаю, что учитывая те возможности, тот потенциал, в том числе и интеллектуальный, который нет до конца использован здесь, в Казахстане, и в частности здесь, в Северо-Казахстанской области, а вы знаете, что уровень промышленности в союзные времена находился на довольно приличном уровне. Я думаю, этот потенциал будет востребован в том числе и в нашем проекте. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь. Здравствуйте. У меня вопрос к Ерику Хамзиновичу. Какая работа проводится в области по продвижению нашей продукции на рынке России? Рынки России вообще для Казахстана и для Северного Казахстана в первую очередь это, конечно, огромный потенциал трансграничного сотрудничества. И поэтому в последние годы у нас идет уверенный рост товарооборота с приграничными нашими российскими областями. И этому, безусловно, оказало влияние то, что глава нашего государства по его инициативе создан таможенный союз трех стран, а сейчас Евразийский союз в этом году, как все знают, 29 мая, состоялся этот исторический акт, когда три президента подписали договор о союзе, Евразийском союзе. И вот на сегодня мы уже имеем снятые препоны и рассчитываем на то, что значит, рост у нас будет значительно в ближайшее время. Со всеми тремя областями, которые с нами граничат, мы имеем договора о сотрудничестве. Но я думаю, что эти договора придется переработать уже в начале следующего года с учетом новых условий в рамках работы Евразийского союза. Поэтому, конечно, мы здесь испытываем определенный оптимизм в отношении будущего по торговле с приграничными областями. Я скажу, последний форум приграничного сотрудничества, который состоялся в Атырау, он как раз стал очень важным в этом направлении, большой интерес к нам, к нашему продовольствию, к нашему растениеводству и продуктам животноводства проявили Свердловская, Челябинская и Оренбургские области. Сегодня идет активный обмен письмами для того, чтобы в ближайшее время организовать взаимные форумы в областях. Поэтому, начиная с января, мы много работы проведем в этом направлении, и результат будет, безусловно, очень выгодным и для нас, и для наших российских
приграничных и других губерний. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы хотел напомнить, что посредством видеоконференц-связи к нам подключены регионы нашей страны. Просим активно участвовать на нашем брифинге, задавать вопросы регионы. Вопросы из Астаны. Астана, пожалуйста. Слышите меня? Да, слышно. Слушаем вас. Мир переживает макроэкономический кризис, и международные инвесторы опасаются вкладывать деньги в долгосрочные проекты. Как вы думаете, сможет ли Казахстан поднять тот уровень и развить уровень инвестиций? Спасибо. Кто желает ответить на вопрос? Если на примере Северо-Казахстанской области, здесь я уже вижу все проекты, которые реализованы в рамках первой пятилетки, они все стали успешными. Половина из них выходит уже на проектную мощность. Вторая половина тоже в ближайшее время намечается тоже к выходу к проектной мощности. А вот то, что я сказал, что следующая пятилетка для нас складывается более успешной, это говорит о том, что инвестиции сегодня надежно вкладываются. Я считаю, что большая политика, которую проводит глава государства, поддержку малого и среднего бизнеса и предпринимательства, дает свои плоды. Спасибо. Альберт Павлович, желаете дополнить? Я хотел бы только дополнить одно, что у нас вторая пятилетка, вернее, первая пятилетка – это надежный фундамент для второй. То есть у нас, помимо того, что мы реализовали порядка 700 проектов, у нас очень много переходящих, причем очень крупные. Это такие, как Еврахим в Джамбульской области, это как наш полиэтилен-пропилен в Атырауской области, это наш автопроизводитель в Восточно-Казахстанской области. То есть, что называется, индустриализация на марше, и правильно Хамидин сказал, вот личные гарантии главы государства, его работа с главами государств и ведущими национальными компаниями, и те усилия, которые предприняты в этом году, новый инвестиционный пакет, который дан, в общем-то, вселяют в нас надежды. Поэтому в мире сейчас две тенденции. С одной стороны, да, есть страхи, а с другой стороны, капитал ищет, куда приложить свои усилия, и ищет в том числе такие островки стабильности, где есть социальная стабильность, где есть стабильность ведения бизнеса. Поэтому просто, как сегодня уже прозвучало, здесь работать надо. Спасибо. Астана, спасибо за вопрос. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Областная газета «Добрый вечер», Олеся Казановская. У меня вопрос к Кирику Хамзиновичу о сегодняшнем форуме. Что вы можете сказать, выполнил ли он свои задачи и чего удалось достичь? Спасибо. Безусловно, задачи всегда ставятся очень серьезные, большие. Во-первых, я благодарен всем участникам. Очень большая делегация была зарубежная. 15 стран участвовало в нашем сегодняшнем первом таком расширенном большом форуме Северо-Казахстанской области. И вы сами сегодня были свидетелями, что все наши сессии, в том числе пленарные панельные сессии, прошли очень активно. И результат, безусловно, для нас он очень хороший. Мы подписали порядка 70 разного рода соглашений, договоров и меморандумов на сумму 50 миллиардов тенге. Мы не считаем вот будущих 500 миллионов долларов, о чем мы говорим. Здесь нужна разведка, нужны, значит, результаты. Только после этого может быть движение вперед. Реально 50 миллиардов тенге – это вклад уже в нашу вторую пятилетку касательной программы индустриально-инновационного развития. Сегодня Михаил коротко говорил о нашем новом заводе по сельскохозяйственной и коммунальной технике. Ряд машин, которые мы будем производить, достаточно широк. Мы будем производить не только комбайны. Причем комбайны Сампо – это один из лучших комбайнов в мире. Это аналог John Deere, он не хуже John Deere. Но мы сегодня говорим о том, что этот комбайн будет на порядок дешевле, чем John Deere. Вот. Поэтому я считаю результаты нашего инвестиционного форума успешными, высокими и хорошими. Более того, сегодня наши делегаты предложили, чтобы это был традиционный форум «Хазжар» Северо-Казахстанской области. Поэтому мы уже наметим следующий форум на ноябрь 2015 года. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Менің сауалым Ерік Хамзалына. Ерік Хамзалы, бүгінгі форумда көлік-логистикалық салада біраз жобалар жүзеге асырылатынды айтылды. Осы салада құрылыс материалдары
шетелден сатып аламыз ба, өзімізде өндіру жағы қалай жүзеге асырылмақ, жол жөндеуге байланысты? Біздің облыс көлемі кішкентай болғанмен, біз осы 4% біздің осы Қазақстанның көлеміне, солтүстік Қазақстан көлемі жатады. Соған қарамай, біздің жолдың ғашықтығы Қазақстанның жергілікті жолдар, үшінші орында келетір. Біздің жолдың бүгінгі жағдайы нашарлау, 51% жөндеу керек. Сондықтан біз қаражатты келесі жылға 50%-ға көтеріп отырмыз. Сондықтан біздің жоспарымыз келесі жылы 500-700 шақырымның арасын жөндеп өту. Осы жоспарды орындасақ, 5 жылда біздің жергілікті жолды жөніне келтіруге болады деп ойлаймын мен. Сізге рахмет. Келесі сұрақ. Саламатсыздар ма? Сағындық Мауғадин, Қазақстан ұлттық арнасы. Ер Хамзалы, осыдан бірнеше жыл бұрын Тайынша ауданында биохим зауыты қоңыраулатып ашылып, бірақ көп ұзамай жабылып қалған болатын. Осы кәсіпорынның болашақ тағдыры қандай? Жалпы облыстағы басқа да осындай тоқтап тұрған зауыттарға болашақта жұмыс істейтін бола ма? Рахмет. Шында да сол биохим кешені тоқтағанына 4 жылдай болды. Бұл енді сондай инновациялық бір жаңа кешен еді. Соны қазір осы биылғы жылы жаздың күні үкіметпен келісіммен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы осы жобаға кірісіп, Эксен деген Франция компаниясын жалдап, қазір техникалық аудит жасап отыр. Техникалық аудит осы биыл бітеді. Осы желтоқсан айында, келесі жылы қаңтар айында соны біз талқылап қарастырып, нәтижесіне сол нүкте қойып, биохим кешен бірінші жарты жылдықта келесі жылдың іске қосамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, передайте микрофон сюда. Зауре Жумалиева, Собкор газеты «Литер». Я, во-первых, попросила бы вас, Ерик Хамзинович, по-русски сказать о судьбе биохима тоже для русскоговорящих, для русскопишущих журналистов. И еще у меня вопрос о развитии зеленой экономики в регионе. Мы писали все о ветряках, которые у Геннадия Ивановича Зинченко работают, но хотелось бы знать, есть ли другие проекты, вообще каковы темпы развития зеленой экономики в регионе и есть ли какие-то первые результаты. Спасибо. Спасибо. Что касается биохима, действительно, к сожалению, такое инновационное передовое предприятие остановилось 4 года назад, и мы, конечно, испытываем определенные трудности, потому что много людей потеряло работу вот по этой причине. Кроме этого, были сюда инвестированы огромные средства, в том числе средства наших банков. И в этом году летом мы провели очень серьезные переговоры, в первую очередь с Казмунайгазом, с национальной компанией. По согласию с правительством, Казмунайгаз вошел в этот бизнес. И в сентябре месяце уже короткие сроки, даже в августе месяце они подписали контракт с французской компанией «Аксен» на проведение технического аудита для определения текущего состояния данного предприятия. Сегодня компания успешно работает, и мы уверены, что в декабре завершится технический аудит. В январе мы намерены совместными усилиями, все заинтересованные стороны, в первую очередь национальная компания «Казмунайгаз», безусловно, наше правительство, инвестиционный фонд Казахстана и Акимат области примем окончательное решение. Но есть в основном надежда на то, что предприятие в хорошем состоянии, оно будет высокорентабельным, поэтому мы в первом полугодии, скорее всего, биохим запустим. Что мы хотим от биохима получить? Это продукция, вот как раз она больше всего и относится, наверное, к зеленой экономике, биоэтанол, которые сегодня вот в рамках изучения компании «Эксен» применение его на наших нефтеперерабатывающих заводах. И если этот вопрос будет положительно решен, то мы получим биоэтанол и еще десяток разных видов продукции. Есть уверенность, что компания все же имеет достаточно хорошую рентабельность, и в первом полугодии следующего года мы намерены запустить вот такие наши планы. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И второй вопрос.
Второй вопрос. По зеленой экономике, извините. По зеленой экономике все знаете, мы в 2012 году в день индустриализации ввели в эксплуатацию в командитном товарище Денченко и компания две ветроэнергетических установки мощностью 750 киловатт каждая. И вот два года нам показали, что эти ветроэнергетические установки в Северном Казахстане работают очень успешно. Поэтому Зенченко и компания, командитные товарищи, приняли решение и поставили еще два. Но они по одному мегаватту. Эти два ветряка тоже будут запущены в декабре месяце текущего года. И я думаю, что это первый шаг такой ровки. И мы дальше тоже будем двигаться. Сегодня зеленая экономика в общей сумме нашей энергетики составляет всего 1,3%. Как вы знаете, есть еще 2,6 мегаватт, это Сергеевская плотяная водохранилище, гидроэлектростанция. Поэтому сейчас нами предварительно разработан план по альтернативной энергетике, и в рамках этого плана мы рассчитываем, что успехи будут в ближайшее время. Есть отчет ПРООН о том, что Северный Казахстан обладает очень мощной ветряной энергетикой. То есть у нас ветры очень хорошие, они подходят для как раз этой экономики. И еще один проект, который мы сегодня рассматриваем в рамках частного партнерства по городу Петропавловску, это замена системы освещения на энергосберегающие. И вот в этом проекте будущий концессионер предлагает нам установить блок солнечных батарей мощностью 1,5 мегаватта. И этот проект тоже будет двигаться в следующем году. Контракт, скорее всего, будет подписан в июне месяце. И по нашим планам, в 2016 году мы уже эти 1,5 мегаватта тоже для области получим. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Светлана Пышкина, агентство Биньюз. У меня вопрос к Альберту Павловичу. Скажите, пожалуйста, как менялись инвестиционные потоки в текущем году и что, какие прогнозы на будущее? По инвестиционным потокам это слишком большой макропоказатель. Я сегодня на конференции говорил, конечно, действительно то, что в мире творится, оно не может не накладывать. Мы открытая страна с открытой экономикой. И, конечно, на сегодняшний день мы чувствуем, что по мере снижения цен на ту же нефть, на те же минеральные, уже несколько лет у нас снизились цены на алюминий, на медь и так далее. Естественно, это влияет на привлечение инвестиций, начиная от разведки, заканчивая непосредственно в добычу полезных ископаемых. Но в чем-то и задача была, которую поставил президент в первой пятилетке, и теперь повторяет во вторую, чтобы мы тренд увеличения инвестиций в не сырьевой сектор увеличивали. У нас, если так вот взять общую арифметику, то мы основные инвестиции в несырьевой сектор привлекли как раз за прошедшую пятилетку. И этот тренд должен сохраниться и в будущем. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к концу, поэтому последний вопрос, пожалуйста. Добрый день, телеканал «Казахстан», Петропавл, Альбина Галимова. Ирик Хамзинович, вы уже упомянули об участии нашей делегации в 11-м форуме межграничного сотрудничества Казахстана и России, который проходил в городе Атырау. Наша делегация также во главе с вами побывала в головном офисе компании «Тенгиз Шевройл», где был подписан меморандум о взаимопонимании. Меня интересует дальнейшая судьба этого документа и какие конкретные действия он с собой повлек. Спасибо. Я скажу, много лет наши машиностроительные предприятия пытались попасть в закупки «Тенгиз Шевройл». Это огромный объем закупок. Мы знаем, что это одно из передовых предприятий нефтегазового сектора Казахстана. Эта компания добывает ежегодно более 20 миллионов тонн. Но, как я говорил в своем первом выступлении, мы в июне месяце обратились к многим компаниям с приглашением посетить Северный Казахстан. Я благодарен господину Миллеру, он один из первых приехал к нам в Петропавловск. И нас прошли встречи на всех машиностроительных заводах, которые сегодня производят нефтегазовое оборудование. Я скажу, он был удовлетворен. И пригласил нас уже на встречу
в Атырау в рамках 11-го межрегионального форума «Россия-Казахстан». И мы подписали меморандум о сотрудничестве. И вот уже первая ласточка есть. Для того, чтобы участвовать в закупках «Тенгиши» в Ройла, необходимо попасть в реестр поставщиков. Реестр поставщиков – это говорит о том, что компания имеет квалификацию и способна выполнять заказы на высоком уровне. Поэтому сегодня могу сказать, что Петропавловск завод тяжелого машиностроения уже прошел в реестр поставщиков. Остальные наши предприятия, которые изготавливают нефтегазовое оборудование, их у нас 4-5 в городе Петропавловске, они тоже сейчас работают над тем, и эту работу мы ведем сами. То есть определенный протекционизм с нашей стороны. Мы рассчитываем на то, что получим большие заказы, которые оказывают влияние на индекс физического объема нашей области, сделают очень достаточно хороший вклад в валовый оригинальный продукт. Поэтому вот эта встреча наша была успешной, и мы уверены, что продолжится хорошо, и мы получим заказы. Ну, кроме этого, я могу сказать, что мы обратились к главе государства о том, чтобы следующий форум межрегионального сотрудничества «Россия-Казахстан» провести в Петропавловске. Глава государства поддержал, и в 2016 году межрегиональный форум «Россия-Казахстан» пройдет в городе Петропавловске. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить наших гостей за участие в нашем брифинге, а также особо поблагодарить вас, журналистов, участников форума, за участие в нашем брифинге. Всем спасибо. На этом брифинг завершен.